На торжественном открытии турнира к участникам и гостям с важной новостью обратился глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин. Местной детско-юношеской спортивной школе присвоено имя ее руководителя Анатолия Тюрева. Это решение было принято по итогам онлайн-голосования местных жителей. Анатолий Иванович, вы 54 года уже работаете, да? Я вас поздравляю с этим. Все, что вы добились, это заслуженно, сверяю, потому что не каждый человек на одном месте работает 54 года руководителем. Поэтому спасибо вам за работу, себя лично и всего муниципального района. Тематика соревнований патриотическая, дань памяти отдают защитникам Отечества. В то же время перед глазами живые и достойные примеры для подражания. В торжественном открытии турнира по боксу приняла участие знаменная группа военного гарнизона, а также многие почетные гости. Глава Лефортовского района, тоже воспитанник здесь школы, бокса занимался. Вот. Знаменитые ходоки, спортсмены, воспитанники Анатолия Ивановича. Приехали более 6 команд участников. Здесь от Федерации бокса мы им также подарили боксерские перчатки, лапы, спортивный инвентарь. Для того, чтобы ребята развивались, боксировали, показывали хорошие результаты в боксе. На ринг в этот день вышли порядка 70 юных боксеров. Победители и призеры получили заслуженные награды и подарки от спонсоров. Ирина Семенова, Максим Бикеев. Народные новости. Ковылкинский район.